Богиня шопінгу. І знову в ефірі програма для тих, кому набридло вдягати одне й те саме. Для тих, хто мріє про ідеальний гардероб і хороший смак. Це богиня шопінгу. Блискуче повернення. Князь, 5 тисяч гривень і 4 часа времени. Я мощна і неповторима. Кожна готова до найсміливіших образів, аби здивувати конкуренток. Адже саме вони першими будуть оцінювати фінальний лук одна одної. Одівають на себе що подороже, що побрендові. Все менше одягу, все більше зваби. Все більше епатажу. Це прям ексклюзивчик. Це не дождівик з риболовного магазину. Все більше неймовірних луків. Підливати олії у вогонь фешн-боротьби буде банда дотепних красунчиків, які просто народжені поговорити про жінок. Король чорного гумору і просто ходячий порадник, як вийти заміж, Олексій Дурнєв. Та коли тобі 32, потрібно хвататися просто за любого чоловіка. Не дарить подарки, яка різниця, по крайній мірі, він живий. Останній романтик українського шоу-бізнесу, який точно знає, що вдягають ідеальні дружини, Володимир Дантес. Воу-воу-воу. Это же просто какая-то хищница. Ребят, смотрите, она сейчас набросится на каждого из вас. Найвідоміший стендапер України, а разом з тим і завидний наречений Андрій Калмачевський. Я не знаю, стане ли вона богиней шопінгу, але вона точно, определенно стане королевою пакету. Але вершити долю красунь і обирати богиню буде найстильніший чоловік України – естет Леонід Мартинчик. Дозвольте собі бути стильними! Дивіться, яка гаряча четвірочка фешн-дів зібралася цього разу. Народний сексопатолог Наталя Барінова. Бізнесменка в активному пошуці Азізова Айнура. Ефектна полісменка Щелко Вікторія. Та майбутня реп-зірка Тетяна Коцюба. Ну що, експерти, ставте ставки. Та-да-да-дам! Девчонки, привет! Привет! Красотки! Меня зовут Наталья, мне 33 года, и я будущий сексопатолог страны. Боже, я к тебе первая, можно? Конечно! Я честно думала, что она какая-то порноактриса. Портупеет — это вся херня. Ну, Наташа красотка, нафаршированная, как дорогой, классный автомобиль. А я автомобили люблю. Меня зовут Айнура, мне 32 года. Я самая стильная и модная в своем окружении. О, да? Все, мы все прославили. Айнура достаточно вот энергетически приятный и позитивный человек. Мне кажется, что в тихом омуте черти водятся. Ладно, девчонки, привет. Меня зовут Таня, и я начинающая рэп-исполнительница. Я мощная. Мощная. Слишком много мужского вот этого такого босячества. Говорит, Тань, почему ты не женственная? Почему ты не ходишь на каблуках? 42-й. Ну какие каблуки сюда налезут? Какие? Я Вика. Совсем недавно я стала самой красивой полицейской этой страны. Все это полезное знакомство. Я не люблю людей в фуражках. А вдруг она на диктофон запишет? Вдруг она против меня что-то уже имеет? Вдруг она была в моем городе и знает, чем я, ну, как бы торговала? Так как я начала, и начну немного о себе. Я замужем уже 8 лет. Люблю все красивое. Люблю во всем сочность. Вот во всем, во всем. Покажи попу, пожалуйста. В смысле, раздеться? Нет, нет. Ну просто, ты же вся сочная. Я вижу только верх. Смотри, очень сочно. Уже как сцена «Принцесса войн». Ты понимаешь? Да, да, да. Дашь потом померить. Она себя несет вот выше, чем вокруг девочки, которые сидят за столом. Еще я люблю очень щедрых мужчин. Для меня, если мужчина жадный, это порог. Так ты же замужем. Неважно. Самый дорогой подарок, который тебе дарил мужчина, это было это что? Украшение. Булгари. Ну, это не муж твой, вот когда ухаживали за тобой. Да. Тут сразу понятно, что к ней просто так на какой-то там козе не подскачешь. А у меня свой салон красоты, я бизнес-леди. Вот уже сколько, 3 года я целыми днями сидела на работе с утра до вечера и, к сожалению, не смогла найти свою вторую половинку. Поэтому вот сейчас, когда мне 32, я
открыта. Айнура для меня была не очень интересная, потому что она не до конца раскрывала свою личную жизнь. Но, в принципе, я ее в этом понимаю. Я тоже не люблю, когда я открываю свою личную жизнь, а потом все вокруг говорят, ты тут не так и тут не так. А ты мусульманка? Да. Ага, ну поэтому еще немножко у тебя, знаешь, заложены другие немного в этом или... Нет, ну я стала мусульманкой сколько там, лет 7 назад или 8 я приняла его, потому что отношения у меня были там. А, так ты была в браке? Ну да, как мы были оба мусульмане, у нас было венчание. Она была замужем, и она не знает, как знакомиться с мужчинами. Как же-то она вышла замуж, и как-то она познакомилась. Но, наверное, какой-то подводный камешек есть, я думаю. И несмотря на все, я не знаю, как откроется эта штучка. Какой-то козырь у нее наверняка есть. Так, кралечки, женихи – то тема вічна і філософська. Давайте відволічимось на щось більш серйозне. Наприклад, на ваше фешн-завдання на сьогодні. Привіт, дівчата! Сьогодні тема вашого шопінгу – знайомство з батьками бойфренда. Не гавте часу, у вас 4 години і 5 тисяч. Перший на шопінг відправляється Наталія Барінова. Хорошого тобі культурного шопінгу. Портупія нужна, но не в этом случае. Ой, ну тут смотри, какая свекровь будет. Самая сильная конкурентка девчонкам я. И у меня уже очень много идей, что это может быть, прорисованы в голове. Самоуверенная в себе очень сильно, поэтому, ну, хорошо. Я тоже справлюсь хорошо с этим заданием. Я уверена в своей силе, в своем вкусе, поэтому, ну, наверное, у меня нет здесь конкурентов. На фешн-арену виходить справжня кішечка. Жінка без табу Наталя. Так как я могу решить вопросы любого характера, интимного, а также личного, то для меня 4 часа времени для того, чтобы выбрать себе лук, абсолютно не проблема. О-о-о! Серьезно? Она в этом вышла? Торговый. Головне для цієї кралі бути не тільки стильною, а й звабливою. Тому обирає виключно те, повз що не можуть пройти чоловіки. Знайомтесь, українська Анфіса Чехова, яка вміє під сукню підібрати не тільки сумочку, а й чоловіка. Як це їй вдається, зараз дізнаємось. Здравствуйте. Да, ви іменно сюди попали. Здесь є стиль, любов, страсть і багато всього інтересного. Проходіть. Я самый стильный будущий сексопатолог нашей страны. Да что? Это она там на заднем фоне? Это ее фотка? Когда она была сделана? Лет несколько тысяч назад, ладно? Вдруг меня кто-то заметит из режиссеров, я бы с удовольствием вела наподобие программу «Секс» с Натальей Бариновой. Я за эту программу, потому что сексуального образования не хватает нашим подросткам. И начну я не с одежды, а с обуви. Когда я увидела, я сказала, этот секс должен быть у меня в шкафу. Я так тоже пару раз говорил, у меня однокомнатная, там спят родители, поэтому этот секс должен быть у меня в шкафу. Это просто что-то невероятное. О-о-о! Это же просто какая-то хищница. Ребят, смотрите, она сейчас набросится на каждого из вас. Не могу. Что за чудные колготы? Це взуття не найкращий варіант бутфордів, який існує, але якщо одягнути з дуже такою закритою, скромною чорною сукнею, то образ буде виглядати дуже цікаво. Я замужем 8 лет. Мы с мужем практически не умеем ругаться. Как бы мы ни хотели это сделать, через 20 минут каждый забывает, что он что-то хотел кому-то там наговорить или обидеться. Ну, какой-то там подарочек мне или еще что-то, и все проходит. А, ну, понятно, у всех бы так прошло. Я тоже готов. PlayStation подари, и все, я забыл. Вы слышали этого сексопатолога? Мне все меньше и меньше нравится этот доктор Наталья. Вот в этом... Я была одета, когда я познакомилась со своим мужем. Я шла в коротких шортах, а он ехал на велосипеде мимо. И я услышала, что что-то грохнулось. Он упал с велосипеда, когда увидел такую красотку, как я. Как он мне потом рассказывал, он за мной следил.
Вот. И где-то через месяц все-таки выследил, подошел, набрался смелости и познакомился. Не, просто не, любой мужчина, мне кажется, вот что женщина хочет услышать, вот то он и скажет. Ну вот кто-то хочет сказать, что он просто ляпнулся с велосипеда. Она же себе уже такая надумала, это ты, наверное, засмотрелся на меня. Он такой, да-да-да, на тебя я засмотрелся. Естественно, все так и было. Я следил за тобой, более того. И она все размякла. Это наше оружие мужское. Просто поддерживать вашу выдумку. Ого! Поєднання цих речей між собою недоречні. І єдине, що тут справді класне, це шорти. Але ці шорти джинсові можна одягати з кедами і з простою білою футболкою. Тоді це буде виглядати цікаво, просто і на щодень. Такое платье, которое, в принципе, требует всегда четкости в фигуре, да? Ничего лишнего, потому что прозрачное. Да, может, просто она внезапно узнала, что к ней приедет богиня шопинга. И она такая, так, что делать? О, занавеска. Сукня дуже яскрава, попри те все, що вона дуже простого, такого спокійного пастельного бежевого кольору. Але вона справді така для якогось карнавалу в Ріо або для якихось танців, для чогось такого дуже рухливого, дуже емоційного. Такі красиві, няшні вишенки. Так, у Наталії в 33 роки гардероб 18-літньої студентки. Їй потрібно срочно поміняти гардероб. Я розумію, що наша програма для неї. О нем очень интересная история. Поехала я с подругой в Дубай. В Дубае есть Кавали-клуб. И, как обычно, в любом клубе, хорошем, лакшери, есть фейс-контроль. Тут не пропускают, не пропускают. И тут меня видят в этих вишенках. И вот так вот из толпы прям вызывают и пропускают меня в вишенках. Ну, конечно, конечно. Вишенка. Просто взрослая вишенка. Ну, естественно, все дамы в вечерних платьях на меня вот так вот смотрели. Я говорю, ну я же в вишенках. И пошла вишенка. Возможно, в ночном клубе просто был тортик. Ему нужна была вишенка. Но мужчин как-то действует не особо ординарно. Наверное, вот кожа к протупеям более уже привыкшая. А вот к чему-то вот такому все-таки нежному, к такому немножко кукольному, все-таки мужчины достаточно так часто обращают внимание. Да, кожа портупея – это ой, сплошь и рядом. Ходил недавно в воду свет оплачивать. Вот там все женщины сидят. Вот кожа портупея, кожа портупея. Вот хоть бы одна ну, вишню бы надела, ну грушу хотя бы. Коли ми бачимо чітко дуже виражений, сексуальний, такий темпераментний, гарячий образ жінки, одягати такі романтичні сукні, дуже дівчачі, дуже прості, це викликає дисонанс. Можна передавати і підкреслювати оцю сексуальність, яка апріорі присутня в нашій героїні, просто такими більш стриманішими формами та варіантами. Наприклад, знову ж таки, звертаючись до сексуальної класики. Любовь моя к шопингу, на самом деле это все генетически. Генетическая любовь к шопингу? Бабушка моя всегда говорила, не важно, что в холодильнике и в квартире. Никто этого не увидит. Важно то, в чем ты выйдешь. Это увидят все. Ну не знаю, Наташа немного так выглядит, как будто ну немного важно, что в холодильнике. Ну, может, чуть-чуть побольше зелени добавить, не знаю. Ну, то платье было из занавески, а это, похоже, платье из простыней. Такі дуже довгі в підлогу сукні зараз не актуальні, і вони пасують хіба що на червону доріжку. Тому ця сукня була би доречнішою, якби вона була трішки коротшою. Зараз це абсолютно антитренд, і такі довгі, легкі шифонові атласні шовкові спідниці і сукні носити не варто. От зараз і перевіримо, чи допоможе цій блонді генетична любов до шопінгу підібрати ідеальний образ на знайомство з батьками нареченого. Адже Наталочка, свикруху міні-сукнею не візьмеш. 4 години, 5 тисяч гривень. Шопінг розпочато!
Я всегда люблю, в принципе, яркие вещи. Ну, это и так можно понять, сорока такая, да? У меня есть свекровь, я же замужем. Вообще, как говорят, свекровь хорошо, когда живет очень далеко и за километров 600 или еще. Ну, мы, наверное, любим друг друга на очень большом расстоянии. Ну, а что? Как меня можно не любить? Как меня можно бросить вообще? Как ты можешь от меня уйти, если ты сейчас прикован к батарее наручниками? Ну, действительно. Откровенно признаться, я бы юбку не одевала. Такой замечательный комбидресс. Да ну что ж ты, ну зачем? Можно его и без юбки запросто демонстрировать. Не-не-не, не надо, не хочу видеть этот трэш. Вы понимаете, что эту программу могут запретить показывать по телевидению? Потому что телеканал ТЭД же смотрят дети. У них может быть травма. Дивіться далі. Найпізнавальніша програма сезону. Лікарка Барінова навчить вас, як керувати чоловіками, і не тільки. Лучше всего о подарках говорить после интимной близости. Вот и весь разговор. Та чи допоможуть у битві смаків жіночі хитрощі? Покаже дефіле, яке неможливо пропустити. Це ж слишком просто. Першою крамниці штурмує у пошуках наряду на зустріч з батьками нареченого зваблива Наталя. І обрала вона доволі провокаційну сукню. Ну, якщо я так прийду на знайомство з батьками, то я думаю, що я останусь без мужа, але зі свекром. Ну да, в такому платі можна зацепити тільки пенсіонера. Мені здається, Наташа, да, могла б відбити, в принципі, свекра, а потім розказати свекрові, чому це правильно. Ну, з позиції сексолога чисто. Цей такий топ з люрекса, дуже такий сексуальний, ця спідниця ідеально сидить по фігурі. І такий образ, в принципі, доречний на дискотеку, але точно не на знайомство з батьками. У меня муж есть, я, конечно, не особо понимаю, как он меня терпит, но он уже 8 лет не пьет и не курит. А случилось это так, 8 марта, ну все мужчины, как женщины, спокойно отмечают. Мужчины же любят отметить 8 марта хорошо. Да, это ж наша вообще самая большая радость. Вот весь год мы можем не пить, но если 8 марта, то любой мужик считает своим долгом просто за жену, за мать просто накидаться. Пришел домой практически под утро, лег спать. А я ж хожу такая, смотрю, значит, злая, думаю, надо же как-то отомстить и что-то сделать. И думаю, а подложу-ка я ему в постель под его место шоколад. Вот проснется, пусть удивится. Ну, говорю, ну вот, видишь, что произошло? Вот все то, что произошло, вот все твои гуляния. Ну, конечно, потом он понял, что это все-таки шоколад. Такой, с изюмом. Бедный мужчина. Я бы на его месте 8 марта тоже бухал бы. Как вариант. Такой вот. Девочки, ромашки для Наташки. Родители мужа, я думаю, были бы в восторге от такой девчушки. Родители мужа просто купили квартиру еще на 200 километров дальше после этого. Це абсолютно романтичний образ. Їй не пасують такі романтичні образи. Їй справді пасує бути такою сексуальною, трішки агресивною, такою активною жінкою. Просто цю сексуальність потрібно трішечки збавити. І, можливо, ті місця, які звикла Наталя показувати, іноді їх треба просто трішки прикрити, і це буде викликати навіть ще більше сексуальності. Чаще всего я люблю носить вещи, которые подчеркивают все-таки фигуру, как-то индивидуальность, характер, харизму. И как бы моему мужу это нравится. Мы уже с ним 8 лет. Залог успеха таков. Девочки, надо только любить себя. Ну, супер, бедный мужик. Вот я его не знаю, мне его уже немного жаль. Залог отношений — надо любить только себя. Во-вторых, стараться минимально встречать мужа действительно с грязной головой или еще как-то. Вы всегда должны ему давать понимать, что вы в окружении мужчин, богиня и других тоже. Чтобы муж боялся вас потерять. Одягайтеся вдома теж красиво, сексуально и с повагою до вашего человека. Він теж завжди хоче вдома вас бачити в гарному одязі, не в якихось
в незрозумілих розтягнутих порваних леопардових лосіках, не в якійсь старій сірі з 90-х футболці, знятій з нього ж. Він хоче бачити теж класну, красиву, сексуальну дівчину. Ну, вірність – це таке діло, звісно. Вірно, треба бути. Але, тим не менше, любов можна приймати від всіх. Цього ніхто не запрещав. Це теж історія про романтику, про легкість і про таку ніжну жіночність. Квіти дещо завеликі, але якщо героїня дуже хоче і вона почуває себе в такому образі комфортно, в принципі, даний образ досить непоганий. А як на знайомство з батьками, він, в принципі, мабуть, навіть ідеальний. Отже, у першій крамниці левиця-тигриця Наталя вирішила одразу не шокувати батьків нареченого. Тому приміряла зовсім незвичні для себе романтичні скромні суконьки а-ля милої невісточки. Але ідеального луку не знайшла, побігла далі. Вот такой вот стиль, кстати, я тоже люблю, юбочки такие, потому что у меня очень красивые ноги. Я все думал, когда наконец-то дойдет еще до ног. Они красивые, самые скромные ноги Украины, и красивые. Ой, ну мне прям честно очень нравится. Я люблю танцевать, я же танцовщица. Сейчас я вам покажу пару движений. А ну. Чёрт. Жалко, что я не в юбке. Я бы тоже показал такие движения. Ще топ, можливо, пасує нашій героїні, але така спідниця – це взагалі не її історія. І таке поєднання дуже фактурної, активної тканини спідниці і дуже фактурного стразованого топу – ці дві речі між собою зовсім не поєднуються і недоречні для тієї події, на яку одягається Наталя. А вот это принт, тренд сезона, сейчас принт Кавали, между прочим. И, кстати, напомнила мне одну очень увлекательную историю. Мне когда-то сумку подарили тоже с таким принтом, один мой кавалер. И вообще, я хочу сдать такой мастер-класс. Правильно выпрашивать подарочки. Да. Во-первых, никогда с претензией к мужчине не относитесь и не подходите. Всегда говорите с таких слов «я нуждаюсь в твоей помощи». Что? Я нуждаюсь в твоей помощи? Мне не во что складывать вещи? Мне нужна сумка? Получай-ка сумку из супермаркета. 10 гривен, и ты не портишь природу. Мне там понравилось что-то, но мне нужно там для этого или сумма, или вот она лежит в том-то магазине, я себе отложила. Просто, слушай, мне понравилась там одна блузка, я отложила ее в магазине. Так а что ты ее отложила? Ты что, не хочешь ее купить? Ну, я просто отложила. Ладно, у меня свои дела. Может быть, мне тоже вести программу «Секс с Алексеем Дурневым»? А лучше всего о подарках говорить после интимной близости. Тогда точно купит. После интимной близости. Может, купишь мне что-нибудь? Вот и весь разговор. Блин, я сразу засыпаю. А надо держаться, да, не спать, чтобы послушать о том, что ей нужно. Наша героїня і так дуже яскрава, її багато. Вона темпераментна, класна, енергетична. І коли вона ще одягає такий активний низ, такий активний верх, трішечки цього забагато. Мені подобається справді фасон і колір цієї спідниці. Просто треба одягнути більш спокійніший верх, навіть такого самого фасону. Просто однотонний, легкий, бежевий, чорний чи коричневий голь. Тоді в такому образі сміло можна йти на знайомство з батьками. Минуло вже більше години, і в другій крамниці Наталя приміряла на себе різні ролі для свекрухи і свекра. Міряла-міряла і таки наміряла, купує одяг. Але радіти зарано, попереду пошуки взуття. А от замечательний цвіт. Цвіт блондинки, голубой і розовий. Дуже удобна колодка, дуже удобна висота каблука. І цвіт просто уліт, тому що це цвіт настоящих блондинок, а я ж настояща блондинка.
Ну, видно же, что не настоящая. Наташ, кого ты обманываешь? У такому взутті дуже комфортно. Можна провести весь день в справах, виглядати класно. Підбори завжди додають і зросту, і такої елегантності, і впевненості жінці. Схоже, ця дамочка точно знає, чого хоче і від чоловіків, і від шопінгу. До кінця ще година часу, а у Наталі повна фешн-готовність. Как я и говорила, я очень быстро справилась со своим заданием. И теперь я готова вас покорять на дефиле своим новым образом. Ждите. А дівчата вже не те, що чекають, а просто вмирають з нетерплячки. У чому ж вийде наша левиця-тигриця? Ой, судя по ее портупеям, это будет полный секас, прямо стопудово. Все-таки встреча с мамой, мне кажется, секса должно быть не так много. А что там, только встреча с мамой? Подождите, а батя? Ему тоже надо на что-то посмотреть. Ну, вы же живой человек, ну что бы нет. Нужно сразу показать, на что вы подписались, дорогие родственнички. Ну, мне так кажется, нельзя скрывать. Ты хочешь удачно выйти замуж? Да. Тогда маты не говори во время встречи с родителями. Так и тут. Хочешь удачно выйти замуж? Одень скромное платьечко. Девочка-дракон готова сегодня выйти и покорить всех. Абсолютно не волнуюсь, уверена в победе, уверена в себе. Я не люблю оценивать ни внешность, ни образы. Каждый человек по-своему индивидуален. И не нужно ему напаривать, вот ты должен так прийти или так. Если нравится, пускай идет. Она же лучше знает своих родственников, парня. И это все движуху семейную. То есть ты всем поставишь десятки, да? Ну, я посмотрю, 9-10 там надо. Не, я согласна. Но я посмотрю, может что-то понравится, понимаешь, мне лично. Я буду ждать. Вот такую, вы знаете, дорогую женщину. Ну, Наталю, подіум ваш. Запалюйте. О, свята Коко Шанель, ви тільки-но подивіться. Це Софі Лорен і Мерлін Монро в одній жінці. Зі звабливої кішечки Наталя перевтілилась в романтичну а-ля француженку. Обрала класичний кремовий тренч, який розбавила криваво-червоним беретом та лодочками. Але, як то кажуть, перше враження оманливе. Гляньте, що там ховається під плащиком. Суцільна спокуса. Я надіявся побачити сексопатолога в дії і зрозуміти, хто ж це такий. Зачарувався. Наташа не являється чоловіком, який може розказати вам про відносини, про секс. Но зато ми знайшли один великий плюс. Я являюсь тим чоловіком, який вам може розказати про секс. Записуйтесь на мої курси. Слушай, ну це такий двойственний наряд. Получается, если мама спросит, почему вот такой странный образ, ты можешь всегда сказать ей просто потом на работу. Але чи оцінять такий неоднозначний образ конкурентки, зараз дізнаємось. Я поставила 7, но я бы поставила еще меньше. Мне просто не хотелось как-то журить Наташу. Действительно, образ крутой, но он не для встречи с родителями. Я поставила 8, потому что мне на самом деле очень понравился образ. Ну, я фанатка тренчей. Я только увидела его и беретик, это все, это one love. Но потом, когда она сняла, ну там вот эта сеточка немножко смутила. Но у нее же еще и такие, знаешь, ну, как бы сеточка на такие. Мне кажется, это вызывающе немножко. Я поставила Наташе 8 баллов, снизила несколько баллов, потому что это откровенно слишком и немножко не подходит для встречи со свекровью, если снимать плащ. Поэтому, если она будет где-то на улице встречаться, то тогда все, она на коне и она победила. А если придется где-то раздеться, то здесь немножечко, конечно, есть риски. Я довольна. Не могут же мне все поставить десятки. И что, сразу сделать меня победителем? Они же со мной соревнуются. Нормально, хорошая оценка. У сумі у суперблондинки 23 бали. Але ж ми чекаємо на вирок фешн-експерта. Його оцінки змінять абсолютно все. А тим часом торговельним центром вже розгулює полярна протилежність розкутій Наталці. Романтична Айнура. У мене є 5000 гривень і 4 часа времени. Возможно, з вибором спутника. Мені тяжело, но вибрати образ я точно смогу. Так що, конкурентки, держитесь. Знайомтесь, мрійлива і ніжна українка зі східним присмаком. Вважає свій смак витонченим і жіночним. Гардероб просто завалений романтичними сукнями. От тільки біда, вдягати їх ні для кого. Мені 32 года, я сильна, независимая женщина, которая построила сама свой бизнес. У мене салон красоти. Так, якщо ти сильна, независимая женщина, где твої коти? Я не верю. Де
девочки, если вам 32 и вы сильная независимая женщина, вы не можете выбирать, какого мужчину вы хотите? Вам хоть какого-нибудь бы? Потому что 19-летние никогда не заканчиваются. Теперь я устала быть сильной независимой женщиной, и я в активном поиске своего спутника жизни. Прекрасное платье. Когда я его надеваю, я всегда с кем-то знакомлюсь. Последнее мое знакомство было в ресторане. И это был, конечно, недолгосрочный роман. Слушай, если мужчина подошел к тебе, принес книжечку, в которой были блюда из этого ресторана, это не знакомство, он просто тебя обслуживал. Дуже класна сукня, прикольний силует, цікавий колір, класно поєднала з цими бутфортами, мені дуже подобається цей образ. Одна из моих любимых вообще вещей, потому что она очень эпатажная. Второй такой кофты нет, только у меня и у Майкла Джексона. Я слышал, Майкла Джексона хоронили в этой кофте, так что теперь только у Айнуры такая. Зараз знову в тренді всі відтінки бежу. Якщо ви хочете виглядати презентабельно, хочете виглядати дорого, особливо зараз, одягайте бежеве. Я уверена в своей победе, всегда выигрываю, я всегда занимаю первые места, поэтому я уверена и вообще не боюсь. Ну, Айнуро, як то кажуть, не щастить в коханні, пощастить. На шопінгу у тебе 4 години 5 тисяч гривень для того, аби підібрати ідеальний образ на зустріч з батьками кавалера. Час пішов! Let's go! Мне кажется, что в этом я могу покорить свекровь будущую. И у меня уже был опыт знакомиться с родителями, так как я уже была замужем. Мы познакомились с мужем 7 лет назад в соцсетях. Ну, я же гордая женщина и никогда не лайкну, не покажу своего никакого вида. Вообще, все эти гордые женщины, которые никого не лайкают годами, они потом просто в 32 года просыпаются и срочно начинают звонить в нашу программу. Покажите меня по самому модному молодежному телеканалу, пусть все узнают, что я одинока и ищу мужа. Девочки, чтобы так далеко не заходить, просто, может, лайкайте тех, кто вам нравится. Через пару дней он меня добавляет в соцсетях, и у меня такой шок. Нет, не может быть, как это так? Неужели я там что-то где-то напортачила или сделала не так? А оказывается, ему про меня уже рассказали, что есть такая вот девушка-стерва, вот так вот кидает налево-направо мужчинами, и ему захотелось меня поломать. А, вот он какой хитрец. Такая вот миссия в жизни – проучить вот женщину-стерву. Я представляю себе этот разговор. Слушай, Гриша, там есть одна стерва, которая мужчину разбрасывает просто вот так. Кажется, тебе пора взяться за дело. Окей, вызов принят. Супергерой, который летит ломать стерв. Дуже крута сукня, мені дуже подобається колір. Присутня така нитка з блискітками, додає такого шарму. На мій погляд, це дуже хороший варіант для знайомства з батьками. Если меня мой будущий муж позовет куда-нибудь в ресторан для знакомства с мамой, то это как раз вот будет впрок. Недавно я познакомилась с одним итальянцем, но у меня ничего не произошло, потому что оказался он очень сильным жлобом. Ох уж эти армяне, знаешь, которые притворяются итальянцами. О, белла, белла. Тут новогодняя ночь, я дарю ему подарок. Он говорит, ой, не надо было ничего приносить, я же тебе ничего не купил. Я говорю, ну, окей, ты ничего не купил, говорю, но я тебе купила, ну, у нас так принято. Столько условностей, знаешь, мне кажется, когда тебе 32, нужно хвататься просто за любого человека. Не дарит подарки, какая разница, по крайней мере, он живой. Конечно, может, для какой-то мамочки это и подойдет, но это не для меня. Нормальное платье. В таких платьях тонули женщины на Титанике. Сукня хороша, глибокий, червоний, класний колір. Єдине, хотілося би її або трішки підрізати і зробити не такою довгою, або трішки відкрити верх. Тоді цей образ виглядав би краще, і він би ідеально пасував на таке перше знайомство з батьками хлопця. Айнура витратила немало часу. Все приміряла стримані романтичні суконьки. Одразу видно, хоче сподобатись свекрусі з першого погляду. Але нічого так і не купила. Пішла шукати далі. Але що до рук не візьме, все говорить про наболіле. І вирішила я поїхати ізучити турецьких мужчин і поїскати свою судьбу там. Ізучити турецьких мужчин.
Ну, чисто вот просто в научных целях. Исключительно, чтобы вот понимать, что за народ населяет Турцию. Познакомилась там с молодым человеком. И это, наверное, были единственные отношения, в которых я где-то смогла расслабиться и почувствовать себя девочкой. Кажется, Айнура так и не поняла, что этот браслетик на руке позволял ей все брать в ресторане и так бесплатно. Когда с турецким мужчиной приходишь в своем же отеле в ресторан, он такой: «Бери, что хочешь». Дуже цікавий топ, гарний колір, цікавий крій, верх активний, насичений. Але під такий верх не варто одягати теж активну шкіряну спідницю. Можна взяти трішки простіше, одягнути звичайні джинси або просто чорну спідницю. Горох. Наскільки я знаю, по-моєму, горох модний в цьому сезоні. Правда, я не знаю, коли у мене буде така можливість піти познайомитися з батьками. І після розводу я вже, по-моєму, 5 років намагаюся знайти свою вторую половинку. Буває три любові настоящі. Перша любов у мене була в 19, вторая вот это була вот в 25. І от зараз, вот, наверное, я вже жду, коли прийде третя настоящая любов. Я вже здесь. Важно, чтобы этот мужчина все-таки был с чувством мужского достоинства и с чувством ответственности. Знаете, по-моему, у Айнуры просто слишком большой список требований к мужчинам. Она всю передачу перечисляет, какой он должен быть. И каждая новая строчка в этом списке уменьшает ее шансы. Если мужчина спортивного телосложения, не жлоб, с ответственностью, с чувством собственного достоинства и не занят при этом к этому моменту, то, скорее всего, його не существує. Нікуди в такому наряді не варто з'являтися. Поєднання такого гороху зі штанами в полоску. І там принт, абсолютно непоєднувані кольори. Цей топ горох на запах додає віку нашій героїні. І його їй носити категорично заборонено. Не пропустіть! Зовнішність оманлива. Я люблю кожу, люблю латексні речі. У тихому болоті Айнура водиться. Дівчатки, держитесь на зустрічі на дефіле. Але чи поведеться на провокації фешн-експерт, побачимо. За ним останнє слово. В слові «скромна» ну, не завжди скривається скромність. Я даже когда она вышла, говорю: ну застегни, ну застегни. Що Айнура ховає за скромною зовнішністю? Не пропустіть. До кінця шопінгу годинка, і в другому бутику Айнура вже не так багато міряла, як говорила про колишніх. Ех, що тут скажеш? Самотня жінка, незаміжня. Але напору дамочка не втрачає. На черзі третя крамниця. І вже в третьому бутику Айнурі набридло вдавати правильну дівчинку. Вирішила дати жару. Я люблю кожу, люблю латексні речі. Зі всякими закльопочками – це ближче ко мені. Виглядить, як юбка чоловіка, в якого стріляли. Ось він, мій дерзкий образ, і готов. І у мене питання. Це має бути так, або я вибрала маленький розмір? Вони куди-то розбіжали з різні сторони. В такому образі Айнура не може з'явитися на знайомстві з батьками. Це взагалі бюстгальтер зверху. Ця спідниця виглядає, чесно кажучи, дуже дешево. Обираючи речі такого типу, типу шкіряні, щось схоже, з якихось замінників. Треба звертати увагу на якість, на їхній гатунок. Спідниця виглядає дуже неякісно, дуже дешево. Її не потрібно ні одягати, ні купувати. Когда-то у меня были похожие штаны. Они были внизу с резинками и наверху, как у Джасмина Заладина. Точно, слушай. Меня сравнивают всегда с Джасмин, почему-то до сих пор. А меня всегда, когда я побреюсь, сравнивают с Аладдином. И чё? Если бы у Вовы была другая жена, то можно было бы сказать, что Вова похож на Аладдина только потому, что тусуется с обезьяной. Но... Вова, привет, Надя. Нас заставляют это говорить. Единственное, что я могу сказать, не хватает здесь чего-то, чтобы утереть нос моим конкуренткам. Ну, в принципе, нормально. Выглядит, как будто бы Жасмин взяла и сделала из ковра штаны.
принципі, образ дуже класний. Мені подобаються ці штани з таким квітковим принтом. Цей активний принт робить такий класний, яскравий весняний акцент. Зверху така сорочка без рукавів. Білизна надто темна, і вона проглядається через легку тканину цієї сорочки, тому треба змінити білизну. Цими штанами теж класно буде виглядати простий чорний гольф. Можна додати якусь прикрасу яскраву, і образ буде завершений і такий навіть харизматичний. До кінця шопінгу якихось 20 хвилин. І нарешті Айнура згадала, що вона не тільки і досі без чоловіка, а ще й без жодної покупки. Біжить у попередню крамницю, де на початку щось там відклала. Так. Так, держите. Я вернулась в первый магазин, потому что только здесь я смогла найти то, что мне надо. Очень мало времени, поэтому все, я побежала. До кінця шопінгу лічені хвилини. І в Айнури справжня шопінг-лихоманка. На всіх парах летить у взуттєву крамницю, але чи це врятує її? Ха, я все одно успію. Бежевые. Чорні, чорні, бежеві, бежеві, чорні. Я візьму бежеві, і я все одно успію. Ха-ха. Вот, вот секрет, как надо с женщинами ходить по магазинам. Просто ставь какой-то жесткий дедлайн, и такой, у тебя 4 минуты. Оказывается, все можно выбрать. Ти глянь на неї! Оце я розумію бажання не залишитись у дівках і засвататись. 5 хвилин і взуття куплено. Шопінг закінчено. Фуф, мой образ на встречу со свекрами, со свекровью готов. В своей победе я уверена на все 100%. Поэтому, девочки, держитесь на встрече на дефиле. А тим часом усі фешн-діви в зборі дещо нервуються, адже розуміють, що зовнішність оманлива, і ця ляля може дати їм жару. Ще якого? Не кожен день мені приходиться дефілірувати, не кожен день мені приходиться бути під присмотром дівчат, які виставляють оцінки. А тому, звісно, тривога така внутрі присутствує. Якщо я увижу женственність і сексуальність, це буде 10. Якщо я увижу мішок, це буде занижене. А я буду оцінювати справедливо по темі. На знакомство з батьками підходить або не підходить. От і все. Ой, знаю я ваше справедливо. Чув я це вже і не раз. Давайте вже зустрічати Айнуру. Ех, схоже, українська Жасмін не хоче черговий раз випробовувати долю і залишитися в дівках. Тому з батьками нареченого не експериментує. Вдяглась, мов, праведна. Стримана закрита сукня французької довжини, спокійного бузкового відтінку. Та елегантні нюдові лодочки, не підкопаєшся. Єдине, що може тішити око нареченого, дещо заглибоке декольте, та й уся тобі зваба. По крайней мере, родители жениха точно поймут, что Айнура четко отдает себе отчет в том, сколько ей лет. Когда я смотрю на Айнуру в этом платье, мне не хочется спросить у нее, сколько, значит, она выбрала хорошее платье. Мне нравится. А вот зараз и побачимо, насколько справедливыми будут оценки конкуренток. Ну-ну. Айнуре я поставила 8 баллов, потому что, в принципе, мне понравилось, как платье сидело на фигурке. Не было как мешка какого-то, но, наверное, не доставила до вот эти 2 балла, до 10. Я бы все-таки, так как я люблю больше сексуальности, мне бы хотелось на этом платье больше расстегнутых пуговичек снизу. У нее красивые ножки, придала больше перчика. Я поставила Айнуре 7 баллов, потому что я ожидала, что это будет что-то с перчинкой. Ну, просто голубенькое платье, ну это ж слишком просто. Я поставила Айнуре 7, потому что у нее был очень шикарный, деловой, Кейт Миддлтон и так далее, вот принца прям вот, как будто бы она пришла знакомиться. Но она немножко умудрилась опошлить этот образ. Я, конечно, говорила, что там чертики должны быть, но не до такой же степени. Она все время, как только не выходила, там лифчик прям аж вот, я рассмотрела. Она вышла, говорит, ну застегни, может, я сейчас переменяю балл какой-нибудь, поставлю тебе 10, 9. Нифига, не сработало. Да, девочки, вы меня, конечно, оценками удивили. Я думала, что это будет не ниже, чем у Наташи. Хотя бы по той простой причине, что пускай он и строгий этот наряд, может быть, он для офиса, куда-то еще, но это универсальный наряд, поэтому... Ну, я не хочу сравнивать, опять-таки, но все равно у меня было немножко такое недоумение. Мы здесь всей командой «Богини шопинга» искренне надеемся на том, что Айнура с помощью нашей программы наконец-то найдет себе спутника жизни. Ведь она этого хочет больше всего на свете.
Отже, у романтичної Айнури 22 бали. Але на бал обігнала її зваблива Наталя. Але це тільки півфінал, адже останнє слово за фешн-експертом. Його оцінки ми дізнаємося вже наступної програми. Після того, як по крамницях пройдуться майбутня реп-зірка Коцюба Тетяна і гламурна полісменка Щелко Вікторія. Вмикайте, це буде щось.